Приветствую вас, и давайте попробуем поиграть в вопрос. Вот вы пишете, что давали девушке своей свободу и не желали контролировать. Правильно ли вы делали? То, что вы делали, вы это делали в соответствии со своими убеждениями, в соответствии со своими моральными принципами, со своими ценностями, взглядами, идеалами. Думаю, что да. Если так, то вне зависимости от того, как девушка дальше себя повела, а повести она могла себя в равной, с равной долей вероятностью, как положительно, так и отрицательно, вы поступали, исходя из своих принципов. Вы себе остались верны, и это главное. Дальше. Вы говорите, что насильно мил не будешь, и что контролем человека не удержать. Почему вы так говорите? Вы действительно считаете, что контролировать человека бесполезно? Что насильно человека можно удержать только физически, но не душевно, не эмоционально? Или это некая такая ценность, которую вы почерпнули где-то, которой хотели бы следовать, но которую вы сами для себя не осознали до конца и не приняли? Если первый вариант, то да, человеческие убеждения, в том числе и ваши убеждения, по жизни проверяются. Проверяются на прочность, проверяются на выдержку, на истинность. И то, что с вами произошло, есть проверка. Проверка того, насколько серьезно, насколько полно вы принимаете те ценности, о которых вы пишете. Потому что говорить – это одно, а вот следовать в рамках этих ценностей – совсем другое. И вот данный момент, данный аспект вам нужно для себя определить. Теперь, когда девушка от вас ушла, у вас есть два варианта развития событий. Первый вариант, вы поменяете свои цели, начнете поступать так же, как другие, контролировать, следить. Вопрос в том, даст ли вам что-то это или нет. Ну вот серьезно, по вашему мнению, контроль что-то даст, контроль изменит, контроль позволит девушке, например, другой вашей девушке, больше вас любить, больше вас уважать, ценить, держаться за вас. Как вы думаете? Попробуйте ответить на этот вопрос. Если вы считаете, что да, и если это будет вашим личным убеждением, не думаю, что кто-то вправе вас переубеждать в обратном. Но если ответ будет нет, значит, вы поступили верно, просто девушка не оценила того, что вы для нее делали. То, что она не оценила, обернется ей боком. То есть она не оценила, не сыграет с ней хорошую перспективу, не даст ей ничего положительного, а скорее наоборот, она будет несчастна, потому что в вашем лице потеряла очень осознанного мужчину, порядочного и правильного. Но пока человек сам этого не поймет, этого не объяснишь. До этого, к сожалению, нужно додуматься самому.
То есть вам нужно ответить на один большой вопрос. То, что вы делали, вот все то, что вы делали, было правильным для вас или нет? И если вы будете делать по-другому, вы получите то, чего хотите? Получите ли вы доверие с помощью контроля или нет? Я думаю, что ответ на этот вопрос каждый даст себе сам. Я думаю, что в зависимости от этого ответа на этот вопрос, вы и ответите для себя, нужно контролировать или нет. Можно ли полностью доверять человеку или нет. В остальном, в принципе, вам все сказали правильно. Не думаю, что здесь можно что-то дополнить. Хочется сказать вам, что бывает так, когда мы теряем кого-то из любимых, нам кажется, что нужно что-то менять в себе. И иногда это действительно так. Часто это действительно так. Но бывают случаи, когда нам ничего в себе менять не нужно. И человек уходит не потому, что мы его не устраиваем. Человек уходит просто потому, что он никогда с нами и не был. Человек уходит потому, что не было у него личной заинтересованности в том, чтобы быть рядом. Было некое соответствие интересов, было некое совпадение взглядов, но не более того. И вот то же самое было и у вашей девушки с вами. И от того, насколько вы хорошо этот момент осознаете, зависит то, что с вами будет дальше. Если осознаете, то менять в себе ничего не будет. Отношения сохраните такое. Поведение тоже сохраните такое. И получится, что рано или поздно при таком поведении вы встретите человека, который будет с вами всю жизнь. Но вот если поведение вы измените, этого нельзя будет утверждать на 100%. К сожалению. А что делать? Стоит контролировать человека? Не стоит контролировать человека? Решать только вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.